Привет, дорогие друзья! Доброе бангкокское утро! Сейчас местное время 7:30, по-индийски 6. Привет, привет! Вот. Да, кто-то... Ты сделал видео? Присылай мне. Кто-то играл, говорит, здесь музыку. В общем, мы проснулись... Нет, не надо тук-тук. Мы проснулись в 6 утра, а я, может быть, даже раньше. Не поняла, по какому времени. Сделала Саше чай, себе кофе. Потом он говорит, я еще выйду на улицу, кофе выпью. Угу. Мы с тобой... завтрак стоит 220 бат. 550 рублей получается. Есть еще вот такой брекфаст. Первые два яйца и два слайса тостика. 90 бат. Ну, джус, давай, джус, окей. А какой джус we have? Which juice? Джус. Which juice you have? We have orange juice and pineapple juice. Orange juice, only no sugar, no ice. Orange juice possible? А? Natural, no sugar. Нет. This is not fresh juice, maybe. This from can? No. Нет, Саша, я не хочу. Thank you, no. Вот, мы... Так я же уже пью кофе. Мы вчера в 7-Eleven купили яйца. Yesterday we buy яйца. And bread. И чтобы не зависеть пока что вот от этих завтраков, и с утра я отварила два яйца. И мы уже позавтракали. Так, вот Маривану нельзя. Как же так-то? Мы вышли как раз-таки вот Маривану покурить. Да, в прошлый раз они даже продавали у нас тут вот, ну не здесь, а вот там вот. Может быть, они поменяли правила. Они едят прямо в тук-туке завтрак свой. Да. Весь день они будут туристов развозить, показывать экскурсии, магазины. Вот здесь не такие дешевые, конечно, рикши, как в Индии. И на Таиланд not so cheap рикша, like in India. Вот такое утречко. Такие яйца здесь такие большие. У меня маленькая эта кофеварка, я в ней варю. Индийских яиц помещается 3, а тайских 2. Такие огромные, желтые желтки, такие прям оранжевые. И вкусные очень. Ну и стоят они 7 бат одно яйцо. 70 бат десяток. Это значит 175 рублей десяток. 175 рублей. Кофе 75 бат кофе. 150 и 35, 185 рублей. Пока так. Я пока в среднем. How to count if it's 100 бат, I have to... 250 рупий. 250. Да, значит, если 100 бат, это значит 250 рупий. Красивые какие тайки. Такие стройненькие, худенькие. Или это тайцы? Мальчики или девочки? Да какая разница? Красивые, да и все. Напитки 75 бат. И соки 80. Good morning. Somebody came in from in the street in the morning. Maybe from last night, I don't know.
I just came 5 minutes before here. It's very quiet morning. Very quiet morning. Everything's fine. Ладно, пошли. На, папа, карт. Держи нашу карту. Сейчас душ примем. Душ, это rest, sleep. Потом пойдем отдадим нашу одежду в стирку. Здесь берут, принимают по килограммам. Платишь. How much you think 1 kg в лондри? Может, 50-60 бат. Здесь тоже нельзя, смотри. И даже вот обычные сигареты нельзя. Видимо, дело тут очень популярное, все это курение. Слава богу, нам не надо пока что. Доброе утро. Доброе утро всем. Сам? Yourself? Сегодня он будет бриться сам. Молодец. Afternoon we can go to near Grand Palace, make video only. Да, not inside and no tour, not take somebody. Пойдем к большому дворцу днем, может быть. Посмотрим. Ну, в прошлый раз мы ходили на экскурсию в дворец, в этот раз мы не будем. Ага, сейчас в лифт захожу, а мне говорят, здравствуйте по-русски. Но я не поняла, я думала, я ослышалась с усталости. А там, оказывается, парень немножечко такой азиатской внешности поздоровался. Оказалось, две девушки и парень, да, русские, заселились. Вот они здесь сейчас пробудут несколько дней. Ух ты. А мы спросили лондри, где тут ближайшая лондри? Вот, я такая в желтеньком. Саши такой в желтеньком. Yellow matching. И зеленые брючки, у него зеленые брючки. Мы не сговариваясь. Вот. И стирку. Все, что у меня еще целый рюкзак стирки. Всего-то 3 дня в путешествии. Bless you. Какая-то тут интересная выставка. Он говорит, посмотри, тут большой кот. Большой и серьезный. Еще раз можно? One more time for пресса. Спасибо. А еще раз? Да ты говорящий кот, да еще и понимающий. А там его, там вот домик, там его кроватка. Жалуешься, да? Все равно что-то не так. Не по-нашему. Не по-кошачьи. А тут его мисочка. А слоники в загородке. Там, наверное, храм какой-нибудь. Мне так нравится ходить по переулочкам в новых городах. Не просто по главной улице, а вот заскакивать такие еще один. А вас тут нормально, что ли? Жизнь хорошая, да? Нравится? Вы не пуганные?
никуда не убегаете. Этот такой серьезный парень, молчаливый. Давай, вытряхаем. Давай, Мо. Open. Ага. Мои брюки. Ну, в общем, все, вот все, все, майн финиш. Черные, черные и белые сепарейт. Хорошо, да, сейчас сделаем, сделаем. Ивнинг будет готово вечером? Ивнинг. 8 o'clock. Если за 2 дня килограмм 50 бат, если за 1 день килограмм 80 бат. 3,5 килограмма. Еще и с печатью, вот так, да. Депозит, да? Ага. Тоже понятно. А если не придешь, не вернешься, лучше сразу заплатить. Чего? Вот чивонт. 285 надо заплатить. Она говорит, нету мелких. 280, ну 300, грубо говоря. Это значит сейчас 600, 750 рублей. Ой, господи, а какая там красота-то сидит неземная. Сейчас посмотрим. Вот здесь, оказывается, есть местные едальни. Я уверена, что так же вкусно, как и в ресторанах. Здравствуйте. Наверняка ругаться будешь. Знаю я вас таких мелких. Сама мелкая. Так и хочется крупных напугать. Да нет, скажи, я вообще вас игнорирую. Много тут вас ходит, не до блогеров. А такая красота неземная, я одна. Умничка, умничка. Вот так и надо. Отвернуться и даже зевнуть. Как интересно, какой тут ассортимент. Печеньки, булочки, хрустяшки, крохотные вафельки, крохотные казинаки, сушеные бананы. Да, да. I met one local dog, папа. Yeah. Я уже встретила маленькую собачку местную. Я уже с ней познакомилась. Local food, да, very good. И намного дешевле. We have to check everything. Папа, папа, ну смотри же. Ну давай, увидимся. Я думаю, что ты тут общая любимица, раз такой игнор к прессе проявляешь. Здесь, я думаю, что тоже массажные салончики. Выезжает вон торговля платьюшками. Фуд-массаж, ну то же самое, полчаса 150, 1 час 300 рупий. Same price, and where we wanted to make pedicure. Здесь нет педикюра. Мы вчера, конечно, это полное наслаждение, по часу. Давай, ага, у каждого час фуд-массажа. Там был заполнен зал, в общем... Все хотят массаж. И по... Нет, потом. Потом, потом. Сегодня у нас рест. И даже несколько... Много, вернее, мы русских сейчас встречаем. Тут вчера на массаже было много русских. И все в основном берут фуд-массаж. Но сегодня, наверное, полностью мы возьмем тело на час. Слоники. Мы тоже из слоновьей страны. We also come from elephant country. Вот здесь массаж.
Дальше массаж. Молодцы, мне так нравится. Ой, сейчас мы посмотрим, какая прическа красивая. Парень идет навстречу. Это вообще не так нравится. Вот эта фишка тайцев, что все сюда приезжают сделать массаж. И можно даже после школы сразу идти, обучиться. И если у тебя нет особых талантов, склонности к науке, еще к чему-то талантов, ты можешь просто всю жизнь работать с массажистом, и это будет кормить тебя и твою семью. Здравствуйте. Ну, потом. Я хочу, конечно, на плавающий рынок в этот приезд. Королевский дворец, может, мне и не надо, а вот на рынок, наверное, мне надо. Саша так же рукой машет, да и все. Это что? Money change. How much? Спроси. Мы уже поменяли. Написано, что написано, но на самом деле не написано. Ой. Только главное, давай не спешить. Давай все делать по лайту. Только утро. Мы устанем. Обиженный такой. Мы вчера вечером здесь были. А это что? Лягушечки? Прошлый приезд мы тоже тут часто были. Да-да-да, я помню, я вчера вечером эту красавицу снимала на видео. Да, художественные работы продаются. Про любовь. Breakfast 300. Это значит 750. Бекончика немножко, круассаны, яйца. Да. Конечно, за 300 мы можем вообще пойти. One day we go, окей? Okay? Пойти и баффет, шведский стол в отеле. Вот name this hotel. New Siam. Мы в прошлом году ходили. Не знаю, может сейчас подорожало. Домики для духов. Да. Где мы сейчас находимся? Right. Очень хорошо. Прямо в центре. Аромамассаж. Ну, вернее, где наш отель находится. Сейчас мы немножечко отошли, но это тоже центр. Фуд-массаж. Час 300, полчаса 180. Аромамассаж. No, алоэ вера. No, фуд-массаж. Но маникюра нет. Нам педикюр нужен больше. Я думала, я в фотопарте сделаю педикюр. Но так что-то и не сподобилось. Времени не было. I think this is beer, да? Вот написано. Beer. Лагер бир. Синка. Три обезьянки. Не вижу плохого, не слышу плохого. Не говорю о плохом. Микки Маус, боксер. Hello. Так, мой социофоб поджался, сжался и убегает. Я не могу. Здесь 200. Две сосиски, два яйца, тосты, кофе. Да. Авокадо, тост, 29. Папа, не слишком много в обеде. Это перфект.
В общем, в среднем можно все умножать на 2,5. Вот 200 умножаешь на 2,5, это значит 500 рублей или рупий. 500 рупий или рублей. Or рубил. Смотри, какие банановые рюкзачки. Банана. How much banana this bag? Banana bag 350. 350. Спасибо, thank you. Yeah, I give you 300 baht. 300. Я не понимаю. Нет, я понимаю, я понимаю. Я только приехала, я только посмотреть. Они начинают дороже, да. Вот, 300 это 750. Ну, он такой тряпочный. Такие, наверное, в Индии рупий 200 стоят. Я просто спросила. Почему же медицин? Да? Нету запаха. 50 бат. Вот такие вот фруктовые корзиночки. How much yesterday you bring arbuz? Good morning. Вот сейчас наругается, чего приперлись. How much? 25. Он вчера принес вечером сок тростниковый и арбуз, арбуза пакет за 25 бат. Комбо сет. Вот такие разные завтраки за 150, за 80. American breakfast, например. Одно яйцо, три... What is it? Сосиски, наверное. Одна сосиска, три бекончика, наверное. Тост. Побольше. Ага. Кофе или чай. Три бекон. Сосед. Two pieces of toast. Нам вот это нравится. А три? Вилайка, спринг-роллы. Но здесь они 70, а на улице они по 40. По 99. Это or toast, or fried eggs, да? Yeah. Or together. No, no, toast is always there. Это все together, да? Everything together? This is one toast, egg, breakfast. Breakfast. Okay. 99? Yeah. With coffee, coffee? No. No coffee. And three? Yeah. Бекон, соус, скрамбл эгг и кофе 50 бат. И вот такой еще есть брекфаст. Мюсли 60, корнфлекс 60. Ну да, фрукты 70, панкейк. Это все на завтрак. 70. В общем, такое разное, разнообразное. Прайсис разнообразные. Курочка. А курочка почем? Ну, сейчас мне ничего не надо. Вот она, курочка, лежит. В общем, нет, ну, not now, конечно же. В общем, для спрыгнувшего с вегетарианства бывшего вегетарианца, здесь просто... 100% арабика кофе. Вот это мне нравится, 100% кофе арабика. Здесь просто рай, потому что я могу сейчас за все оторваться, за все 10 лет моего вегетарианства. Пока что да, пока что так. Я обычный человек, и я этого не стыжусь. И то, что я вегетарианила, и то, что я перестала вегетарианить. Потому что у меня стали болеть суставы, колени. Я даже не могла уже подняться на второй этаж. Это просто так резко началось, что я поняла, что мне нужен коллаген вначале. А потом поняла, что мне нужно вообще слезать с этого вегетарианства. Что делать? Я не родилась в нем. Саши родился, ему все окей. Маникюр, педикюр. Да, я тут. Идем, да? Доброе утро. Доброе еще утро. Раз. По Доброе. Всем. Yeah. По всем. For everybody. For everybody. Good morning, good morning. Be happy. Да, это я просто встала, чтобы вот этот фонтанчик снять. Он вечером работает, сейчас нет. Говорю, пойдем на селфички. Обычно мы где-то бываем, вообще никаких селфичек не делаем.
А ведь это важное. А сколько сейчас маникюр, педикюр? Нет, сейчас больше говорит. Вот такие расцветочки. Сколько? Китна. Я думаю, вот 250 педикюр и 200 маникюр. Наверное, так. Гелевые ногти 400, педикюр 400. Вот такой скромненький салончик. Маникюрно-педикюрный. В том году мы тоже делали. Last year, I think we made pedicure here. Мы делали здесь педикюр уже в том году. Добро пожаловать домой. Curious cat. Посмотри, папа, какой котик. Ты тоже на котике сидишь. Что это значит? Добро пожаловать домой. Пока мой мастер еще не пришел, она едет на велосипеде. Мне сказали выбрать цвет какой-нибудь. Ну, бирюзовый, красивый такой. Не знаю, дойдет мне. Я люблю вообще такие простые, телесные. Вот, видимо, этот часто выбирают. Такой прямо вишневый. Вот такие вот люблю. Но здесь надо что-то же такое веселенькое. Может, вот это? Сюда. Копилочку. Или вот такое вот. Прям классическое-классическое. Она меня пока развлекает. Или вот такое вот. Тоже классическое. Такое вот ничего. This okay? Color. Look. Very nice, mom. Хороший, да? Чуть-чуть со скриночкой. Вот бета, this or this? Красненький, red, да? Red one. Ну, давай выберем красненький. Вот еще два нашла. Вот какой между этим? Вот between three of this. Look at this. My nail. Look, look my nail. Yeah, I see. Вот, I think вот. This one better. This middle. This. Yeah, yeah. Это алый, это темный. Nice. Вот эти оба хорошие, да? Look very good, I think. Давай, молодец. Anyone you choose? Хорошо, ага, спасибо. You want? No. Without color? No, no, without color. Ты... Тебе не надо вот этот бесцветный? Магазин на колесиках. Продает швабры. Да. Другие говорят, ты не найдешь странных таких магазинов. Вау, вау. What an idea. In Europe not allowed. Yeah.
เขาก็จะไม่นั่นนี่แล้วเขาก็จะให้อยู่แล้วแกก็ยังบุหรี่ฝังซึ่งบุหรี่เขารู้อยู่แล้วอย่าไปเรียกเขาเดี๋ยวจะรู้ไง